Итак, сегодня мы получили из Китая, наконец-то, по идее, любимую чашку. Вот она пришла вот в такой коробочке. Вот. Немножко помятая, но она была хорошо завернута в пленку. И чашка пришла, в общем-то, живая. Чем особенность этой чашки, главная особенность этой чашки заключается в том, что она себя ведет несколько необычно, когда в нее заливаешь горячую воду. Вот у нас чайник. Мы наливаем в нее первый раз. Что она делает? Офигеть! Чашка превращается буквально на глазах. Кажется, что она заливается кипятком, да? То есть вот здесь вот написано. То есть она заливается молоком. На самом деле я ее заливал водой. Вот, и она превращается вот в такое забавное белого цвета. Как молоком залитое. И, собственно говоря, она говорит о том, что чашка включилась. Да? Вот. С двух сторон написано. Включены и включены. А здесь белым цветом практически ничего не видно, что оно выключено. Ну, можно пить. Из китайской чашки. Всем хорошего дня.